Макс, у тебя там что, лошади скачут? Клавиатуре лошадей заманивает, потом конину будет есть. Не-не, надо было, знаешь, как спросить, что там болельщики ЦСКА, что, блядь, ходят. Это полный провал. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Запечатал, Максим? Кто это не может? Люда. Не можешь. Точный навес. Удар по воротам. Давай! Я нажимал выйти. Санька, опять за старт. Я нажимаю выйти. Саня ни при чем, там ему Саша помешал. Я к мячу иду и нажимаю выйти. Он просто касается. Есть время, есть место, можно даже подумать. Это тебе, Женя, за то, что ты не отдал пас. Еще много таких будет, Катюхов, поверь. А две три катяки будут. Давай. Мне пофиг, мне все время катихи летят. Ну да. А где Андрюха? Кто? Проснулся, блин. Вот. Ай, блядь. Ай, блядь, нахуй. Ты вышкребал. Получает защита маленькую передышку. Ничего даже делать не пришлось. Как бы Юрку маслить, мне просто интересно. О, реприманд. Что мне тебе такого? Да. Я не ждал, что ты. Первый фол, да, раньше первого гола или первого углового. Поставил тотализатор и тот выиграл. Ну какая у него клевая причесуха. Эй, я на Юрку. Торрес. Где я Юрки скидывал? А ты ударил. Что, прикалываешься с РБ пас этого? Некое подобие стенки. Еще. Отличная передача, будет опасный момент. Так, а этот свисток арбитра, что нас судит? А куда там? Только не мне. Только не мне. Польска, здесь там до тебя вышел. Бачили, здесь стоит. О! Активируется, конечно, я на туда играть. Только мало того, что руки привисли, ноги такие. Вообще, печально. На туда. За финтюль. Понятно. Пенальти. А на ком? Да блин. А дай его Юрке. Там Полыбель, по-моему, подпели к нему попал. Ты что, вратарь упал, да? По торбу да ударил. На-ка, поджопник тебе такой. А ну, мяч, дай мне. О, блядь, вылетел. А ты че не стукнул, Кость? Блин. Надо. Там Юрка набегал красиво. Я не ожидал вообще. Вышли! Тебе ж нельзя пить! А вратарь посмотри. А почему нельзя пить? От штанги? От штанги нельзя. Потому что ты останешь туда, потому что Макс надо правило. Кость, давай в штрафную. Это правило футбола? Ну да. Ну ты гонишь. Да ладно, первый раз слышу, честно. Я тоже слышу. Чтобы нельзя. Нельзя добивать пенальти. Так и есть, нельзя добивать. Разыгрывать пенальти нельзя. От штанги можно добивать. От штанги нельзя. Может добить другой игрок, только не только, который бил. Разыгрывать можно. Если в момент удара, Ваня забивает. А если со стороны бил? Как ты крутак, Максим. Нормально. А если вратарь отбил, можно добить? Да.
А штанги перекладили нельзя. Вообще мечты. Первый раз мечты. Вот. И не успевали. Пиздец, ну что это такое? Прям сезоны мои напоминают, блядь. На пенальти я чисто сам виноват. Я пережал силы. Давай бутыну чё. А чё будет, если этот свободный будет? Фифе гол будет. А в жизни? Потому что я уже видел один раз такой. Он не бил, но мяч в него попал и залетел в ворот. Понятно. Это не тебе было. Это чё, Милана? Или Миленни? По игре ни то, ни другое. Я на херню спадать, надо забивать. Ну какого ху... Давай! Да ёж! Да вообще, чё на меня там ты же стоишь? А чё ты в пас просил? Я не просил. Куда я просил? Я бежал просто с вами. Куда? А чё ты сдакался? Я удар жал. Вот. Я тоже удар, я бы что-то рядовал, что ли? Вторая попытка. Нет. Скидайте. На этот раз кость. Учился рикошет, естественно. Нормально. Попал в него. Лицом. Попал в него. Давай местами махнемся просто. Это даже не перехват, это просто подарок какой-то. Хорош. А чё, не что, да? Чё? Чудак, не. Твою мать. Чинга-чанга. Блять. Так он там об пустое место споткнулся. Изначально Юрке было. Там бежал Костя, я ушел оттуда. Костя там боролся. А я уходить хотел. На тебя уйти. Ну дай ходил. Я так и знал. Это Милана. Вон негр 14-й. Абасчик. Развивается атака. Бей! Шикарный бот сыграл. Чтоб лучше. Да, я ж сказал Милан. Не, у Наташи больше оценка. Я забыл на вратаря смотреть. Я до сих пор не могу привыкнуть, что у нас вратарь. Когда смотрю статистику. И яблоко. Поехали! Начинаем вторую половину игры. Что там что присылает? Действительно, прочитал в Википедии, что свободный удар. Да блять! Ты еще нам не верил или что? Ну да. Ебать. Ты что думаешь, все, что мы тебе говорим, это подъебы? Нет.
именно это я не верю. Как бы сомневался. Что первый раз слышу. Ладно. Жень, что на ногах не держишься? Уже не. Медовуху тут. Халвуху. Да, халву немножко съел. Потом заказал шо. Ой, блин, выключите мой бок. Дюрка, зачем ты ему в червь дал? Где взяла? Понда! Быстро выплюнешь, что там. Электрический. Ох, ебать! Вот это он исполнил. Я нажал взять мяч, он выбил в это время уже. Что, Валя? Да. Все, скоро. Не успеваю отходиться. Не успеваешь уступить Максиму удар? А, Дениска набегает так. Да и зачем ты бьёшь? А вы, я понял, что Максим я сам бы ударил. Я думал, он не разворачивает. Вот. Полина, иди сюда, что ты там делаешь? Что ты делаешь? Да, отвлек... Ты же туда. Очень органично, пока еще одна передача. Ну, нормально. Блять, что попасть не могу. Наташ, тебе отдам. Давай. Ну и это действие, которое традиционно уже на уровне собаки Павлова, наверное, на уровне рефлекса встречается болельщик. Скину. Юр, это как у нас с тобой. Между, только между Костей и Максимом. Максим вот на него вылазит. Давай прыгай. Ты что там делал? Стрейчмастер быстро звонит за линией. А Винчастер бы удаляет. Наблюдает. Около правого защита и замечает. Хорош. Кто там чистить будет? А, не стал ее. Есть основание, то может соперник на блюм. Это не простой перевес. Что? Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Ну сейчас. 15 игровых минут осталось. Ну, подойди. Это тебе давай беги. Так почему он вот какой-то. Что ж ты до последнего держишь? Он же не должен меня гонять. Он же босс. Довольно жестко получается. Пипец, на юрку давай. Ваня вылетел, что ли? Ваня, нет. Тань, держи того, я вот. Ой, блядь. Ладно, я на близко.
Иди на дальний встань, ёб твою мать, тебе штанг мало. Я завжди стою на вулиці. Ти завжди вставай, бач, став на свободну стіну. В чому проблема? А тому що я вже привик стояти на вулиці. Ёб твою мать, яка хуя разниця. Іди на дальній, блядь. Я не могу. Лучше хай Боря буде опорником, він буде этот, він фазує деякий. Не, просто у нас само стало. Я знаю, так воно завжди опорника ставить на ближній. Боря завжди йде боротися, а я стою на ближній, бо я з іншого. Ти ж вище мене робиш. Ти Борис. О, тепер і ти, Борис. Костя, які останні дві фрази вбили? Меня, чтобы они вылетели, ёб твою. Откройте игроку, пожалуйста. Ради чего вылетел? Рикошет, и мяч уже не играет. Вот залетел. Как-то очень вышло, легко мяч забрал. Я уже не замечаю, я прошу. Чёрт, ты уже плачешь, блин, как и... Как это кто? Какие вы люди. Да ладно. А Макс что, играет? Ну! Да, надо было опять пасом давать. Можно я, пожалуйста? Блин, как видео чемпионат. Я думал уже. Подожди, подожди. Как раз такой, он пришел не для того, чтобы забили его, правда? На мне что, не свой? Окей, свой. Выше. Саня, да. Ты писал этот матч? Да. Хорошо. Пересмотрим. А что ты хочешь, что он хочет посмотреть? Ой, что-то Twitch не работает, я хотел тот матч посмотреть. Что ты хотел, Юрка, посмотреть в этом матче? Послушать, можно даже не смотреть. Бля, у меня уже грудь болит. Юрка, тебе ёб твою мать.